За отличную службу и ратный труд активисты партии «Аманат» по Карагандинской области поблагодарили солдат за помощь в устранении последствий паводков в Атырауской области. Более 500 военнослужащих воинской части 54-51 регионального командования «Орталык» больше месяца помогали жителям пострадавших районов. Укрепляли береговые линии, сопровождали при эвакуации, расчищали завалы. Гвардейцы предотвратили новые подтопления в Атырау, Кульсары и многих других районах. В партии «Аманат» высоко оценили работу солдат, офицеров и поблагодарили за достойную службу и патриотизм. Активисты преподнесли воинской части нужные в хозяйстве подарки – это телевизоры, стиральную машину, термопоты. Мы сегодня приехали поздравить наших солдат и офицеров. Гордимся ими. Наш карагандинский филиал партии «Аманат» тоже помогает пострадавшим регионам. Мы отправили гуманитарную помощь на сумму более 41 миллиона тенге. Депутаты всех уровней, все подключались и ездили в Северный Казахстан на помощь. Когда мы все вместе, все можем преодолеть. На протяжении 30 дней личный состав нашей воинской части выполнял задачи и участвовал в противопаводковых мероприятиях в городе Атырау и регионах Атырауской области. Был проделан огромный объем работы по укреплению береговой линии, недопущению подтопления отдельных регионов и населенных пунктов. Также была проведена эвакуация в тех местах и регионах, где она была необходима.